Не уронить. Итак, итак, пока Байдрону Богдану выступает, готовится к выступлению Мурумов Евгений. Буквально пока я выставляю оценки, есть он 2-3 минуты подготовиться. Евгений Мурумов, это у нас он приехал с города Новосибирска, да-да-да, из соседних областей к нам приезжают люди. Итак, Евгений, ты готов? Готов, попрошу диджея музыку, музыку, которую заказывает Евгений. Итак, время пошло. Посмотри, как он ровный, красивый плащ, натягивает стойка. Потягивай на руке, смотри, как легко. Четыре раза на правой руке даже. Самый обороты вперед. Смотрите, какие комбинации выполняют Евгений. Смотри, как ролик, словно гимнаст, гимнастов. Да еще отлично. Самолет на предплечьях. Да, сделал это, сделал, молодец. И передний бис смог. Ласточка нам. Шикарная комбинация, тяжелейшая, сильнейшая. Какая должна быть великолепная мощь, какая выносливость там каждого Евгения. Напоминаю, это сильнейшие представители города Новосибирска. Да, и мне тоже придется нашим участникам потягаться с такими сильными участниками. Выход в стройку. А, к сожалению, он немножко не мог переключиться на стойку. У тебя времени еще есть, больше минуты почти. Выход в стойку, отлично. Поторопись немножко. Словно шагает по воздуху. Отлично, отлично. На одном пальце. Да, отлично, смог это, на одном пальце лишь. Представляете, какая сила должна быть. Да, закончил выступление, видимо. Круто было, спасибо тебе, Жека, за выступление было очень сильно.